Начинаем нашу пресс-конференцию. Главный тренер команды «Иркутск» Константин Зуцев. Ты, Владимирович, комментарий по игре, что сегодня не получилось у команды? Комментарий короткий будет. Команда «Вологды» была сильнее конкретно в штрафных площадках нашей и своей. Отсюда такой результат. После игры против «Динамо» вы сказали, что хочи есть, а мочи нет. Что поменялось? Команда сегодня казалась, что вообще ничего не получается. Не соглашусь, что вообще ничего не получалось. Подходы были. К сожалению, результат такой, какой есть. У вас непростой старт, да, выездные матчи. Это как-то связано вот именно с тем, что демонстрирует команда на футбольном поле? Ну, несомненно, конечно. Свой отпечаток это накладывает. Каждую неделю мы летим сюда, в европейскую часть страны. Потом возвращаемся обратно, смена часовых поясов. Естественно, что это накладывает какой-то отпечаток на, наверное, физическое состояние игроков. Один гол в 4 турах, ну, если не брать автогол, да, который был в Твери. Как вообще эмоционально команда переживает вот это? Тяжело переживать, что понятно, что неудачные игры накладываются одна на другую. Надо выбираться из этого состояния. Спасибо. Ждем Вологду дома. Спасибо. Главный тренер футбольной команды «Динамо» Вологда Рудольф Дмитриевич Чесалов подводит итоги сегодняшней встречи. Рудольф Дмитриевич, с победой. Комментарий по игре. Спасибо за поздравления. Ну, комментарии самые положительные. Очень доволен штабом тем, как команда действовала в сегодняшнем матче. И в целом, наверное, то, о чем мы просили их именно под этого соперника, как сегодня будем играть, все реализовали. И достаточно много угроз у ворот соперника создавали. Забили 3 мяча, крупная победа. Всех поблагодарил, футболистов большие молодцы. Вот такой комментарий. Если говорить непосредственно сегодня о том, как проходил выбор состава, Тюжнов вернулся в стартовый состав, да, Карепова оставили на замене, тот и другой сегодня забили. Насчет чего происходил подбор игроков? Ну, опять же, мы каждый раз отталкиваемся от формы футболистов, о том, в каком они состоянии, насколько на сегодняшний день, на наш взгляд, тренерского штаба, они готовы с первых минут выходить и показывать свою лучшую игру, реализовывать те моменты игровые, которые мы просим от них. И, исходя из этого, футболистов стартовый состав определяем. Да, плюс у Кирилла все равно есть небольшое повреждение, которое, может быть, чуть сказывается. Думаем, что форвард у нас поправится, форму наберет нужную, и будем видеть его в стартовом составе. Здесь никаких проблем, он большой молодец, вышел и самое главное сделал, гол забил. Поэтому, как и Антон, в принципе, очень хороший матч провел на высоком уровне. То, что мы хотели в этой позиции от него видеть, сегодня все реализовал. Никаких вопросов. Спасибо.